Здравствуйте, дорогие мои. А вы знаете о том, что мы – это внимание? Где наше внимание, там и мы. И если наше внимание направлено на негатив, то мы все в негативе. Если наше внимание направлено на позитив или на возможности, то мы являемся позитивными возможностями. Так давайте учиться быть внимательными, осознанными и направлять свое внимание туда, чего мы хотим, на то, что мы хотим. Если мы хотим быть счастливыми, направляйте свое внимание на то, что вас делает счастливыми. Если вы хотите быть молодыми, красивыми, здоровыми, богатыми, тогда думайте о своей молодости, о богатстве, о здоровье и о путях реализации того, о чем вы мечтаете. Я люблю вас. Будьте счастливы, успешны, богаты, молоды, здоровы и реализованы. Аминь.